Всем привет. День второй у автобуса, так можно сказать. В общем, вчера я его пригнал. Я заранее договорился здесь в Сан-Хосе, кто нам поставит катализатор. И они же делают смог. Я им оставил автобус. Они нам поставили катализатор, сделали смог. За нормальные приемлемые деньги. Я доволен. А сегодня мне уже позвонил дилер. Сказал, что он увидел в системе смог. И уже все, полностью оформил его на меня. Все, этот автобус теперь полностью оформлен на нас. Дань, всем скажи привет. Всем привет. А тебя не видно, ты где-то вниз сел. Привет. Да, в общем, мы с Даней пришли к автобусу. Выгребаем мусор. Внутри много разного старья. Подушки, одеяло, всякая такая, там занавески, шторы. Все снимаем. Данюш, куда ты там залез? Вылезай, пожалуйста. Видите, какие тут огромные багажный отсек. С одной, с другой стороны это все можно складировать. Там вон длина большая. Тут можно столы и стулья все с собой возить. Смотрите, какой прикол. Я открыл. Здесь есть навес. В общем, крутится. Специально там штучка есть. И он открывается. И получается такой большой-большой навес. Прямо перед входом. Тут можно поставить мангал, столы, стулья. И вот отдыхать на природе. И вот такая штучка есть под этим навесом. Интересно как. Тут два динамика. Музыку слушать. Розетка на 220. Ну, как бы здесь 120 в Америке стандарт. А получается звук, громкость. Розетка здесь есть. Телевизор выведен сюда, вы видите. И выведен, я не знаю, что это, телефон или интернет. Представляете, вот здесь вы сидите на улице и всем этим пользуетесь, включили себе. Даже можно вот наушники подключить. Тут есть разъем для наушников. Громкость. И все, и сидеть, музыку слушать под навесом. Представляете, как классно. Это все нужно будет привести в порядок. Но вы знаете, я вот сейчас с ним вожусь. Нормально, внутри там вроде как все сухо. По шкафам все собираю, весь мусор. Вот. Вроде так. Пока что я очень доволен. Посмотрим, как дела дальше будут обстоять. Так, тут вот есть свет. Это вот лампа. Сюда надо везде диодные лампы поставить будет. И получается, вы здесь сидите. Поставили пару стульев, столик, музыка, освещение включили перед автобусом. И всю ночь можно сидеть на природе. Двери тут двойные. Тут одна дверь сетка москитная. Все целое, кстати. Просто помыть надо. Да, Данюш? Смотрите, кстати, как тут еще можно. Да, эта дверь фиксируется, чтобы она не закрывалась. Тут на всех шкафчиках везде есть такие фиксаторы. Вот любой открываешь, и такой фиксатор. Раз, чтобы этот ящик не закрывался. Вот. А это, я так понимаю, сигнализация. Yeah. На ночь включается. Если кто-то подошел, он начинает пищать. Кстати, хорошая тема. Тут, наверное, батарейки закончились. А надо будет забрать домой, поменять батарейки и проверить, вдруг он еще рабочий. И можно будет здесь прямо включать. Кто мимо проходит, будет шугаться. Но я так думаю, что это когда в автобусе люди спят на природе, тут оставляют столы, стулья, какая-то еда. И, может быть, там медведи, кто-то приходит ночью. И чтобы отпугивать, эта штука начинает пищать. Когда кто-то начинает ходить рядом с медведем. Ой, с автобусом уже заговариваюсь. Даня мне вообще супер сегодня помогает. Он приступил обои сдирать со стен. Да, вот еще один такой же фиксатор. Вот. Они, видимо, по кругу стоят и фиксируют как любое движение. Надо забрать, проверить. В общем, вам скажу так, что пока нам нравится. И я думаю, что чем дальше, тем будет больше нравиться. Технически все отлично. Приварили катализатор, едет тихо. Работает все просто. Изумление. Мягко все, мотор. Вот я собираю мусор из него. Сегодня первый день. Мы ненадолго с Даней, пришли на часик. Мы выгребем сколько сможем мусора. И вывезем, выкинем. Это задача сегодняшнего дня. Всем привет! А я заскочила на заправку в Костко и решила быстро-быстро пробежаться, все самое необходимое взять, посмотреть, хлеб, молоко
Если вам интересно, пойдемте вместе со мной. У нас скидка на дворники. У меня как раз такие ужасные дворники в машине. А 6,99 за дворник. И я сейчас уже погуглила, у Кирюхи спросила, уточнила. 26 дюймов и 22 мне нужны на мой Lexus. Беру дворники. Батарейки со скидками. По-моему, шикарная скидка. Ну, не шикарная, конечно. Такая. Беру две упаковки. И такие батарейки, и вот такие батарейки. То есть пальчиковые, маленькие, мизинчиковые, как они правильно называются. 13,99 за упаковку. Нам нужна связка бананов. Вот такая зеленая, симпатичная. $1.99. Мешок картошки нужен. Картошка 13,99, здесь 15 паундов. Классические булочки уже для нас. Бейглс 7,99 за 2 штуки. Что-то у меня ощущение, что они подорожали. Было, по-моему, 6,99. Деткам возьму вот эти вот Little Bites кексики. Они в индивидуальной упаковке. В школу куда-то $11.69. Помидоры на ветке. Ящик 7,99. Ну, неплохая цена. $2 за паунд получается. Сейчас скидка на рыбу. Rockfish. Морской окунь, да? По-моему, это... свежий, и на него скидка $4. Возьму. Я не планировала брать рыбу, но раз такая песня, возьмем сегодня морского окуня. Слушайте, не могу пройти мимо, беру перепелиные яйца. 8,99 за вот этот лоточек, 36 штучек. Я, конечно же, беру первый раз, я вижу здесь. Надо проверить, что это точно перепелиное. Я, честно говоря, не знаю, как будет по-английски перепелка. Но беру деткам. 8,99. Молоко. $6.50 за 2 упаковки. Я беру 2. Такое и такое разное беру молоко. 2,5 жирностью и 3%. Мы пьем молока много. И яйца, смотрите, с яйцами опять проблемы. До этого ездили, яиц не было вообще. Вот, у нас есть упаковка. Я пока одну возьму. $5.99. Как будто бы какая-то напряженка с водой. Все, что есть, 4.99. Видите, там пустует. То ли еще не довезли, то ли я не знаю что. Вот, и я вот думаю, может быть... перестраховаться и взять такую еще упаковку. Но я ее не донесу, наверное. 4,99. Здесь получается 3 литра, 780 миллилитров. 6 бутылок по 3 литра. А 4,99. Так, скидка на любимые Кирюшины завтраки. Он очень их любит. Поэтому я возьму сейчас сразу 2. Здесь 8 чаш готовой еды, $12.50. Беру масло сливочное. Мне кажется, оно стало чуть-чуть подешевле. $12.79. По-моему, оно было в районе 15. Конечно, я могу ошибаться. Это цена за 4 упаковки по 453 грамма. И возьму а-ля творог местный. Соленый, но на сырнике он идет неплохо. Детям $5, кило 360. Вот он, вот такой. Печенье крекеры Ritz. Скидка сейчас на них и цена 6,99 за кило 740. Таблетки для стирки. Тайт. Здесь 152 таблетки. $24 упаковка. Я еще беру, потому что мне сейчас не надо, но я первый раз вижу здесь именно белый Тайд. Сок манго, упаковка $6.99. Наконец-то какао. Забираю шоколадный вкус. Обычный какой какао вкус? Надеюсь, шоколадный. 7,99, большая банка. Вот это да. Так,
Я растерялась. В общем, помните, я вам показывала, что я купила в Костко вот это какао бабушка. Да, мне кто-то написал в комментариях, что это какао называется бабушка. Очень милая, прекрасная. Когда принесла домой, оказывается, там вот такие таблетки. Вот он. Видите, кто-то разорвал. Выглядит шоколад, который нужно заваривать, растапливать. Он вкусный, но он тяжело растворяется, его нужно кипятить. В общем, целая история. А $10, вы посмотрите, это две упаковки $10. Помните, если я за 5 купила в Костко, ой, в Уолмарте, вот такую маленькую. И сейчас тогда беру шоколад вот такой, просто Несквик, 7,99 упаковка. Сироп агавы, давно не покупала, 8,99. Клубничный джем. Кило 190, стоит $8. Сейчас я вам покажу. Подождите мне, я тележку оставила в сторонке. $8.79. Просто клубничный джем. Уже банка у нас, я не знаю, какая по счету уходит, $9.50. Это любовь на века. Я надеюсь, он никогда не исчезнет с продаж. Я не могу лечь спать, пока вечером не попью горячий чай с этим. Что это? Чаем. Это сладкий имбирь, лимон и мед. Вкуснотища. Ах, шпроты, шпроты, шпроты. Выложили. 11,99. Девчонки в группе пишут, вкусные надо брать. Я пока воздержусь. Конфеты сладенькие, мармеладки. Дети очень любят. 7,99 за упаковку. Я возьму тоже две. И одну спрячу. Одну оставлю. Все, моя быстрая закупка. Прям бегом, бегом, бегом. Сейчас посмотрим. Я думаю, что немало выйдет. Потому что такие все товары достаточно дорогие. Меня смущает какао с шоколадным вкусом. Такое обычно какао с вкусом. Сейчас пойду гуглить. Вроде погуглила, вроде обычный вкус у Несквика. Оставляю. Слушайте, количество людей в Костко просто зашкаливает. Посмотрите. Костко настолько рулит. Так, я не сказала, сумма моей покупки составила... Господи. $279. Неплохо. 280. Нормально, еще не так страшно, жить можно. Смотрите, что к нам приехало, что мы купили. Наконец-то сбылась мечта Кирюшина. И моя. И Данина. Да. Дети, в общем, скинулись свои накопленные деньги и купили себе... Заставил я Даню скинуться. Да, Кирюша заставил. Я сказал, если не скинешься, мы его не будем покупать. Да. Пожалуйста. В общем, а Танина свои деньги купили. Решили, это PlayStation 5? Да. PlayStation 5. Мы вам покажем. Я сама, честно говоря, не видела такого. А джойстик один только? Да, один с ним в комплекте. Нужно еще один покупать, где-то получить. Угу. $50. Угу. Считай то, что сэкономили, если покупали с магазина, на доставке и таксах, потратили на джойстик. Ага. Вот, смотри. Да, нет. Здесь провода, как я понимаю. Киру, давай нет. Один будет вот играть на компьютере. Давай ты будешь играть на компьютере, а я на PlayStation. Давай. Угу. Ну что, покажи. Ну, такой джойстик. На, держи. Дай потрогать. Сними на видео и подай Дане. Ага. Ну, Дань, только ладно, послушай, джойстик. Его ронять вообще нельзя. Он сломается. Дай-ка я первую игру сыграю. Дань, так вот не надо, что играть. Ужас. Должен быть провод. Ну, там провода, ладно. Давай саму эту поставь, посмотрим. У нее только джойстик и сама эта консоль, да? Ну и провода. Да. И провода. Провода нам не интересны. Покажи нам консоль. Даня, держи коробку. Давай. Вниз. И уже чуть не упал контроллер с дивана. Это ужас. Да-да-да-да. Сюда ставь к нам поближе.
Кира, коробку пока надо будет сохранить, может быть, ее наверх убрать. Угу. Она громадная. Ой, какой. Она просто громадная. Почему громадная разве? Пьянец. Всю пыль соберет. Будет пылесборник. А где кнопочки включаются, выключаются? Не знаю, вот, наверное. Другой стороной, наверное. А вот. А другая сторона, что там выглядит? Там провода для проводов. Вот. А, интернет, HDMI и этот. Какая? Красивая. Она ну, подсвечивается. Такая сильная, она подсвечивается, да? Вот здесь так вот. Она в любой интерьер подходит. Она к нашему даже интерьеру под все встанет. Клево. Ну все, с покупочкой вас. Да, спасибо. С покупочкой нас. Теперь у нас следующая задача будет купить VR-очки. Это мы уже сами даже с папой хотим. VR-очки. Будем в Костка ждать, когда снова появится. А у нас здание появилось полчасика времени свободного. Знаете, мы живем в Калифорнии, а таких дождей многие говорят, что здесь давно не видели. Все небо, видите, какое. Всю дождь, как во Флориде. Просто такой проливной дождь был. А автобус, вот этот угол, чуть-чуть крыша подтекает. Вот, и видите, какой тент купил. Накрыли мы этот автобус. И сейчас в здании меняем аккумулятор. Тут два аккумулятора стояли, которые были для салона. Внутри потребления для генератора, видимо, запускать. Я их вытащил, они оба мертвые. Оставим вот такой для RV. Гелевый Duracell. Вот сейчас зачищаю напильником контакты, чтобы был хороший контакт, потому что они немножко окислившиеся были. И будем пробовать, работает, не работает генератор. Даня мой самый главный помощник. Да, Даня? Скажи всем привет. Всем привет. Как вам такое? Машины без водителя по Сан-Франциско катаются. Представляете, нет водителя. Вечер. И вот, пожалуйста, поехала. Вот они тестируют сейчас свои машины. Автопилот по Сан-Франциско, где вот настолько сложное движение. И они вот так вот катаются. Прикольно. Подпишись, поставь лайк. Подпишись, поставь лайк.